важны и новые идеи, и новые практики. Собственно говоря, этот конкурс существует для того, чтобы коллеги смогли обменяться своим опытом. По поручению главы города Владимира Александровича Панова в этом году, в 2019 году, у нас идет перезагрузка территориальных общественных самоуправлений города Нижний Новгород. В связи с этим была создана новая организация, ОНО «Общественное самоуправление города Нижний Новгород», которая занимается координацией деятельности ТОС. В связи с этим мы проводим огромное количество событий, мероприятий, как районного, общегородского и в рамках внутридворовых территорий, на которых работают наши активисты, председатели ТОС. И сегодня проходит очень важный городской конкурс среди председателей ТОС, среди советов ТОС, на которых наши председатели рассказывают о той деятельности, которую они проводили в течение года.